Всем привет! Ну что ж, вышла обнова для Prime 10.6, вышел новый герой. Всякие тут фишечки добавили. Золотой век теперь отображается как корона. Не знаю, что еще. Причем герой стоил что-то там 723 тысячи серебра, как оказалось. Ту Реху. Проклятый воин, платящий своим здоровьем за способность отнимать его у врага. Дорваться до противника, повергнуть наземь рукой из прайма и яростно наносить один за другим беспощадные удары разрушительной силы. Вот его цель. Чем ближе герой к смерти, тем более он защищен и опасен, а триумфальное буйство не позволит перешагнуть черту, не забрав с собой врага. Атака на 8. Защита на 6. Таланты 8. Сложность 8. Появилось несколько вкладок для того, чтобы составлять различные билды. В зале славы стандартный тут человечек. Давайте смотреть таланты. Что же из себя представляет каждый талант? Пассивка «Проклятый». Все способности требуют для своего применения здоровья. Увеличивает регенерацию здоровья на 0,5-5,2 от наибольшего силы и разума за каждые 5% отсутствующего здоровья. На родной земле дополнительно увеличивает регенерацию здоровья героя на 2,8-37 от разума. Вот так вот. Первый талант активный, стремительный захват, тратит 10% текущего здоровья, делает рывок в указанном направлении, наносит макурон всем врагам на пути до первого вражеского героя. При столкновении с вражеским героем подбрасывает его в воздух и швыряет о землю, нанося ему еще дамаг. Нифига себе. Запоминаем, это все магически, пока урон идет. От разума магический урон. Ап этого таланта — неудержимый натиск. Время восстановления таланта стремительный захват уменьшается на 1% за каждый 1% отсутствующего здоровья. Просто восстановление таланта. А разрушительные удары. Тратит 10% текущего здоровья. В течение 10 секунд каждая атака героя наносит дополнительно 7,70 физического урона. Эффект складывается до 3 раз. Угу. А ап этого таланта — каждый эффект талант разрушительный удар увеличивает скорость героя на 10%. В общем, мне это напоминает немножечко этого головореза, который тоже здесь начинает ускоряться, этим разумный урон наносит. Ладно, смотрим дальше. Ярость битвы. За каждые 5% отсутствующего здоровья герой получает 0,453 проворства от разума, опять же. Ап этого таланта называется «Дерзость». Ярость битвы дополнительно увеличивает наибольшее из стойкости и воли героя от разума за каждые 5% отсутствующего здоровья. Вот так вот. Ульта «Буйство». Тратит 15% текущего здоровья в течение 5 секунд, и его здоровье не может опуститься ниже единицы. То есть он там в ульте может просто 5 секунд инвульно буйствовать. Окончательный триумф. По истечении времени тратит талант, действие таланта буйства, герой восстанавливает 10% здоровья и дополнительно столько-то здоровья от разума. На урон силовой. Слушайте, ну, смотрите, прокаст получается. Это проворка с отсутствующим здоровьем. Ага. Ну, я думаю, надо его собирать в разум. Все, конечно, решит 36 на 36. Разум, стойкость.
Давайте соберем билдец. Даже не знаю, что тут взять. Проворку, наверное, поставить ему. А, вопрос, кстати, по поводу маны. У него тратится вообще мана-то? Еще один персонаж без маны. Правильно ведь? Во всяком случае, я не вижу, чтобы здесь значок маны был какой-то. Так, ему нужна стойкость. Скорее всего, хпшечку. А что вот это такое? А, это привязанные таланты теперь так обозначаются. Разум кражи давайте поставим. На первую строку вот что еще поставить? Ничего такого-то и нет. Хитру можно, конечно, вместо силы влепить. Ну пусть будет такой смешанный немножечко. Так, разум. Проворка воли нет. Хитрость воли нет. Проворка стойкость. Ну, в принципе, вообще нормально. Единственное место вот этого можно вот это поставить. Так, здесь разум. Я думаю, ХП надо поставить ему. Проворку. Ботиночки. Реген у нее и так будет здоровье, да? Ну пусть. Так. Стойкость. Стойкость. Может, проворки ему поднять? Да блин, он должен, по идее, от разума фигачить. Разум хитра, сила хитра. Давайте так. Стойкость здоровья. В танк его что ли замутить? Ой, а чё потенциала не ставлю? Пусть будет так. Вот такой вот билдец. Просто для теста. 1569 мощь, конечно, очень мало. Но мне пока нечем апать это все дело. Вот. И смотрите следующее видео. Там будет бой за этого персонажа. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. Всем пока.